Друзья мои, всем привет, с вами Андрей Беттер, и сегодня мы разберемся, как же все-таки получить золотой кракен навсегда. Но прежде чем это сделать, нужно подписаться на мой канал, поставить лайк и следить за новостями, потому что будут скоро розыгрыш на новое DLC Blackwood, ребят. Да, итак. Итак, перейдем к теме, как же получить вот такую вот крошку нам навсегда. Сделать это легко и просто, на данный момент у нас... два, так сказать, хода, пути, чтобы его получить. Первый путь, друзья, это перейти на сайт Игромаркет на Майле, игры@собакамайл.ру, и открыть кейс за 61 рубль, друзья. Вот, это первый путь. Тут выпадает только Кракен, любой. Open Cup, Синдикат, Фобос, Обсидиан, Фобос, Оникс. Синдикат, Обсидиан, Open Cup и золотая Кракен навсегда, ребят. Вот эта вот малышка, которую я называю малышкой. Вот такая вот девочка, да. Ладно, это не суть. Суть в том, что есть еще второй способ, по которому получил его я. Итак, смотрим. Нужно потратить всего лишь 1000 кредитов в игровом магазине. Не на торговой площадке, не в игромаркете, а именно в игре, в игровом магазине. Тратишь 1000 кредитов, тебе дается коробка с Кракеном и коробка с Тайфуном. Две коробки. А если ты потратишь больше, тут еще много всяких ништяков, всяких скинов и коробок со всякими тоже ништяками. Максим, MPX, Remington и тому подобное. R8, SMG45, SV98, AK12 и самое последнее 16 тысяч кредитов, это ТЭК-9 Берсерк навсегда. Но нас интересует только Кракен. Нас интересует только Кракен. Именно так я получил его навсегда, ребят. Выбил. И вот такие вот у нас пироги. Предложение действует по Москве 31 декабря до 12 часов ночи. Ссылочки я все оставлю в описании, ребят. Поэтому давайте, дерзайте. Желаю вам хороших каток. Желаю вам не... херовой удачи, такая, как была у меня вчера. Вот, и надеюсь, больше вопросов не будет, так как я уже все объяснил, рассказал, и ребята не будут больше меня, так сказать, доканывать ВКонтакте. Всем спасибо, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поставьте колокольчик, следите за новостями, скоро будут розыгрыши, розыгрыш нового DLC Blackwood, и все у нас будет круто, ребят. Пока!